Все, ты работаешь? Звук идет? У меня-то все идет. У тебя? Не, знаете, я, наверное, не буду сдаваться. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я буду долбить, долбить, долбить. Долбить, долбить, долбить. Сворачивай. Здесь все записывается, здесь у меня все классно. Всем привет! Меня зовут Сергей, вы находитесь на канале Time to Play из Бельчуков, соответственно я, и сегодня мы с вами продолжаем проходить Resident Evil Village 8, который сейчас загружается. В последней серии нас встречало аж, сука, две красивых женщины. Я, кстати, тут, знаете, вот подумал, типа, блин, а чё я вот в прошлой серии заговорил о том, что я там не нравлюсь вам, видео вы не смотрите. И такой, типа, думаю, блин, может быть, все это бросить, да, там, потому что я трачу на это время, я трачу на это силы. Потому что одно дело записать, как бы, это тоже не так уж и легко, потому что, опять-таки, еще раз говорю, ты тратишь время, ты думаешь не только об игре, ты думаешь о том, что ты говоришь, как ты говоришь, идет ли у тебя, сука, запись или где. Не хочу. Так. Изучить по три, по-моему, было здесь. Успею засунуть? Успей засунуть. На, успел. Иди в жопу, сука. Блять, какая ты быстрая тварь. А где там твоя это? И нахуй. Кривожопая. Так вот, я до сих пор не знаю, сука, что в этом коридоре с саном. И куда мне, блять, идти? Ага. А, мне их что, завалить надо? От секунду. Пиксельная карта. Надо на второй, на второй надо, на второй. Я здесь смогу с ней разойтись? Смогу, бля. Так вот. И я все равно, знаете, я все равно я вот все равно, вот я, вот она, сука, вот я. Все равно буду долбить, понимаете, я не сдамся. Я буду делать, я буду становиться лучше, интересней. Мы будем с вами проходить какие-то игры, которые никто, сука, не проходит. Я много читаю, я, блядь, буду читать еще больше. Пластическую операцию сделаю, чтобы быть как Ален Делон. Ну-ка. Направо, налево. И буду долбить, понимаете? Я буду долбить. Да иди ты, воняет, блять, я чувствую, сука. Пошла на. А, то есть мы выходим, и я буду долбить. Давай сюда, тварь. А, это все, конец. Ну, прикольно, сука. То есть я сейчас мог спокойно спуститься вниз, выйти и замутить все свои грязные дела. Ну, это опять какие-то артефакты, которые надо продавать, да? Соберите. А, тут еще что-то есть. Леха, как они эти кристаллы? Вот они добавили, хрен потом. Рассышь, где что красное? А там по-любому просрался, да? 4. Там она единица. Так вот, я буду долбить, долбить и долбить. Долбить, долбить, и долбить. Блять, ну серьезно, ну сука, ну что происходит? Это ОБС, нахуй. Я боялась, что сестрица найдет тебя раньше. Блять. Это не УБС, сука, это ее мухи ссаные. Оно сдохло. Отойдите от меня, тварь. Ебать. Ну, блядь, ну придется ее так задолбить. Извиняйте. Нихуя здесь, блядь, отмычка зачем?
Куда ты ей засунешь, что ли? А чё, чё, чё? Из трещины воняет. Точнее... Ну, конечно, ну в жопу иди. Так, еще... Знаете что? Я боялась, что сестрицы найдут тебя раньше. В общем, я не знаю, что за херня. Я... Да иди ты... Вкусно я, наверное, суки. Ну, сдохни. В общем, я чуть-чуть подубавил графику. Даже не графику, я подубавил ссаные тени, которые, по сути, ни хрена не изменили. Она сдохла. Иди сюда, тварь. Сейчас тебе на факатарабарава. Иди сюда, где ты? Ветер, дуй. Ветер, дуй. Че, серьезно? Если ты сдохнешь. Серьезно. Блядь, где ты, тварь? У меня патроны заканчиваются. А чё я парюсь? Серьезно, блядь. Ты испортил всю охоту. А ты сейчас сдохнешь, тварь. А тебе похуй, да? Ебать, это она мне так и рулянула. Иди ты в жопу, я, блядь, лечился, сука. Дай сюда. А тварь, где ты? Я тебе наверну, тварина. Давай, иди сюда, я твоя кто? Да, конечно, блядь. Пойду мамке твоей сейчас расскажу, что ты говна кусок. Да не ведьма, блядь, кусок мухи. На, ну бери, давай. Че, нам туда надо? Я прыгнул. Уж там хорошо, смотри, как проветривается, все здорово, никаких дебилов. Нет. А куда теперь, здрасте? Че, надо стрелить? Черепа животного на доске. Ага. Ну, это, конечно, глупо сделано. Давай вернем. Ты быстрый, четверочка. Да. Так, давайте-ка. Да, твою мать. Ну вот, красота. Вот, красота. В общем, я все вернул и убрал вот эти тени долбанные, кэширование еще. Ничего не изменилось. Вообще ничего. И в качестве никакого особо прироста нет. Я не знаю, это если, например, там смотреть как-то в микроскоп, скорее всего. Какой-нибудь файл типа Blu-ray, там, который в минуту весит 1 000 000 гигабайт. Тогда, возможно, ну вот... Блядь, ну хуй знает, почему оно вот так вот гуляет сейчас, вот эти вот цвета.
Такого не было, по-моему. Да ну и хер с ними. Что изучить? Зачем? Или мне вы предлагаете типа обратно засунуть, чтобы отсюда выйти? Ой, серьезно? А тут что-то еще есть. Часы не надо долбить. Блин, я же это забирал. Что за бред? Что изучить? И то есть я по-другому отсюда никак не выйду, да? Тварь. Чё за она? Сюда нет. Оружейный, вот это что? Кусок стены типа раздолбанный. Зал наслаждений. Вы мне предлагаете вернуть ее? А я предлагаю вам, знаете, куда идти? Блять, ну это бред. Дай сюда. Я же это ну все поднимал. Все хорошо. Че изучить? Может, я типа. Давай. Че? Я думал, типа, наебать систему можно. Ну ладно. А что? Карта сокровищ. Обрывок из пачканной карты сокровищ. Сюда мне и не надо, бля. Может, что здесь есть? А как? Подождите секунду. Или мне надо положить, выйти, и там что-то произойдет. Давай положим, выйдем, блядь. Хуяк. Задание. Бегите замка, найдите маски ангелов. Блять, бред. Я нашел. Пойдем попялим. Что здесь? Может, сюда надо динамит кинуть? Как ты эту хуйню разъебенить? Что? Что? Не хочет, ничего нет. Ты обратно надо засунуть? Нет. Действий никаких. Здесь развалилось все. Ни хрена нет. Нигде ничего не подсвечивается. Ладно, пойдем, пойдем. Я не знаю, что-то меня хотят. Блять, ну что-то хотят. Мне ту овцу сюда надо заманить. Оно очень быстро закрывается. Что за звук? Там кто-то ходит. Крутить ничего нельзя. Сделать ничего нельзя. Маску эту хер вон сюда не кладет. Дай почитаю. Дай посмотрю. Так, это мне не надо. Вот ты. Череп животного на доске. Череп животного приклеенный. Прикрепленный к деревянной доске. И чё на? Ага. Блять, ну вот теперь его можно. Ну классно, сука. Ну я же, блядь, с самого начала так хотел. Ладно, пойдем. Давай быстрей. Они помогут мне выбраться. Помогут тебе, бля, сейчас все, сука, помогут выбраться отсюда. Бля, ну это самое кратчайшее. Ну по-любому она здесь и появится, тварь. Опа-на. А я, блядь, говорил. Она, тварь, вниз идет, да? Вот шмара. Говорит, что меня заметил. Ах, хер там плавал. Блять, сохранится, не сохранится. Нахрен. Я все здесь. Лал. Внизу там этот санный коридор остался. Где это ублюдина? Неужели весь род дома Димитреско погиб? Да еще от твоей руки! Я предупреждал, блядь, со мной, сука, не связываться. Ебать, во-первых, ты, сука, быстро ходишь, во-вторых, ты пиздец какая бесшумная. Ладно, давай, давай, иди сюда. Сейчас мы тебя обосрём здесь. По кругу-то. Давай, иди сюда только.
Вот это да, у тебя трясутся там большие. Ай, блядь, вот так вот еще ногу сломать здесь. Куда? А я не понял. Шкаф. Ага. Блядь, нет. Тупичок, ты не зайдешь, да, сюда? Ты, блядь, сейчас отсюда, что ли, выйдешь? Она ходит там, где, сука, не может никто ходить, потому что там, блядь, нет просто проходов. Там нет ни проходов, ни комнат. Там нет ровно еще там ни хера. Почему я не мог там пролезть? Я ж как-то одно это. Как ты же это? Ну это, ну. Ну обосрал ее как-то здесь. И идет гнида вниз, да? Она сюда смотрит. Как она меня заметила, ты ублюдина, слышь? Тихо. Ты идешь. Блять, она что, за один шаг, что ли, спустилась? Уже язык заплетается. Наш пиздец, блядь, видит меня нахуй насквозь. Не говори, что ты там сейчас присел и чай пьешь. Блин, она прям там у входа ходит, вот там. И, сука, сейчас меня заметит, да, издалека? И куда? Я сейчас спущусь. Ну, блядь, да, там выход. Ну, именно там она, собственно, и марширует. Тут все запирало. Я ее не боюсь, знаете. Вопрос в другом. Мне же выбираться надо. И блядь, ты ходила в другом месте? А сейчас ты куда, наверх пойдешь? Если ты пойдешь наверх, это будет хорошо. Если ты пойдешь в ту сторону наверх, это будет хорошо. Если в эту, это, блядь, будет очень плохо. Она спускается вниз, заходит вот там где-то в комнату, возможно, сохраняется у жирного, блять, что-то закупает и выходит здесь. Не надо, музыка, не надо. Ты меня не наебешь. Я знаю, что ее заденет. Точнее, вот сейчас она появится, да? Чего? Свиданец. Дай сюда. Трава нахуй, трава ваша нужна. Три, сука, патрона, блядь. Три, сука, патрона. Дальше что? Сбегите из замка, я уже сбежал. Бля, подумал, тут стоит. Идет, идет, все хорошо. Не надо. Не психуется. Мы сейчас всех завалим. Всех завалим, смотри, всех дочерей ее вальнули уже. И ведь, понимаете, мы нормальный парень. Мы вот все, мы вот-вот-вот, мы все, мы, это вы, это я, это Итан. Мы к ним не приставали. Не домогались. Не говорили, какие не уродины. Ничего очень плохого мы не имели. Ни как плохое, ни как их. Просто, блядь, они... Сейчас здесь какой-нибудь дебил вылезет. Они хотели нас убить. Ну, собственно, они споткнулись и шею сломал кто-то. Кто еще что? Мужик, блядь, спасибо.
И, конечно, вот так вот без палева в самой, сука, главной башне лежит. Трупешник, блядь, с ножом. Воткни ей. Ну, блядь, после такого, по-моему, не выживают. Блять, я говорю, ты дурак, Итан, сука, прыгай за ним. Вот да, блять, я тоже в шоке. Как это говно сейчас выползет сюда. Даже как-то сейчас выползет, да? Это после одного укола вот эта хуйнина какая вылезла. Очень смешно, блядь. А может Димитреску рассказать твои, что говно какое-то превратилось, а? Нарожала здесь, блин. Да кинь меня, ну уже хватит издеваться, спасибо, блядь. Блин, ну так, на такое говно базука нужна целая. Бежим, Итан, бежим. Блять, ну чё ты стоишь, ну бежим. О, превьюха. До свидания. Я не нажимал, лечиться, падла ты нахуй. Я ж говорю, гранатомет сейчас дадут, блять, какой-нибудь. А хули толку, ни хрена вы надавали. Вы чё, с ума сошли? Не надо мне разрывать. Блять, как же громко. Ну, конечно, очень смешно. Не очень, блядь. Ходи ебись, блядь, со мной. Ага. Это я так, блядь, шмальнул? А ты разворачиваться не умеешь, да? Ты ж тупая. Ой, сейчас пукнет, блядь, еще не дай бог. Ладно. Блять, ты нашел время, сука, пока перезаряжаться. Ебать, снайперская винтовка хлеще всякого дробовика. Я тебе сейчас отымею в пердак, сука. Я тебе засуну туда сейчас еще что-нибудь, пока патроны не закончились. А как закончится, я убежал. Хуй тебе, понятно? Да вот так как в Dark Souls, блять, кружить надо. Теперь берем здоровую пушку. О, блядь. Нет, не попал. Не... Если попадешь, ты меня раздавишь, сука. Это не факт. Итан, блядь, он пырнули, ему похуй. Здрасте, ты поумнела, что ли? Что прицеливайся, что не прицеливайся, блядь. Толку ноль вообще. Вот что это? Да, как хорошо, вкусно, да, заходит? О, как хорошо. С4. Да ты же сдохнешь-то когда-нибудь, а? Давай, ладно. Ладно, падла. Да еще как сейчас отъемею. Не убью, так отъемею. Тварь. Давай отсюда. Нахуй ты выстрелил в последний раз, давай. Давай, сильно тебя, падла, патроны потрачу. Ну, это, блядь, уже заставка, это я его отымел. Не говори, сейчас в обратку все произойдет. То есть по-любому лежит. Кинь меня к ножику, а, пожалуйста. Да нахуй тебе и так его достаточно уже. Вот ты наконец пощемал, да? Давай, не останавливайся, ну хорошо же все было. Ой, мух еще пустила, блядь. Мне, сука, мало. Оп. А ты сейчас куда-то залезешь здесь или что? А, нет. Опять, сука, летать будешь рядом. А что мне надавали? Пистульки? Вот это да. Что тебе показать? Не хочу ничего показывать. Такого большого еще не видел. Иди. Да вот я не... Очень я в этом сомневаюсь. О, он это стреляет из этого, из блока. Сука. Ты, блядь, читер, Итан. А вот перезаряжаться тоже надо в блоке уметь. Да крутим ее, крутим, все. Это бесполезное говно. Я сейчас, блядь, нож достану и с ножа завалю.
Блядь, даже бить не умеешь. Кровь вот эта на экране, это твоя, сука. Дайте мне что-нибудь. Я потом что, не уходит, что ли? 25, по-моему, было. Блять, это очень странная битва. Че, может, ей реально что-то надо засунуть, не? Опа, это откуда из тебя сыпется? Или это намек? Ой. А, это все? Не надо. Ты понимаешь, ну ты попыталась, но не получилось. Ну все, ну сдохни спокойно. Сейчас посмотрим. Игра-то не бесконечная. И вас-то, ублюдков, здесь тоже, блядь, не так много. Давай, блядь, что-нибудь воткнем. Это все. То есть ты проматерилась под конец, да? Я уж думал, еще подеремся. А она просто выебнулась. Ну, собственно, сдохла. Сейчас из нее тоже какое-нибудь кристаллическое, естественно, Димитреску. Не я здесь проклят. И не она даже, она просто кусок говна, блядь. Дело здесь, понимаешь, это не в проклятии. Потому что они, сука, долбоебы. Из меня, блядь, все патроны высосали, ну обоссаться можно. Будем с ножом ебать ходить. Чё это? Пузырёк какой-то квадратный. Ну надо было, блядь, мешочек туда с песочком положить, а то это сейчас сорвется все нахуй. Ножик пойдем найдем, срать, но вот это что за грязная колба, кусок говна? Это грязная колба с саниной, нахуй тебе нужно? Ножик, 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 все вместе, ножик. Не вот эта вот твоя пиликалка, блядь, миллиметровая. И чё? Как их опустить? Да ну хуй, блядь, патроны тратить чё? Хочу в деревню. С пацанами было прикольней. С пацанами, кстати, было реально веселее. Их там было много. Они были такие живенькие. Видите, как это ходит по еботинам, блядь, с ногтями здоровыми. Чё ходила, чё жила? Блять, графика, мне кажется, лучше стала после того, как тень отрубил. Сохраночка. А мы, кстати, вернемся в деревню, да? Потому что у нас до сих пор нет вот этого устройства. Не надо туда лезть. Я просто подошел, посмотрел. И мы там дохрена всего не открыли. Знам, блять, наверное, сука, еще через всю деревню бежать придется. Вот это вот просто я ебал. Дай сюда. Ай, ебать, я думал, что трубу оторвать надо. Дайте мне, ну давайте всякого полезного, а. Ну, спасибо, блядь. Неожиданно. Щедро. Очень супер классно. А, то есть ты даже так научился. Итан, а тебе как бы похуй, что тебя пырнули? Здесь, естественно, пусто. Я доделал вещи из того заказа. Отнеси его в дом с красной трубой. А, в дом с красной трубой. А дом, блядь, отнеси типа вот эту хуйню с красной трубой в дом. Иди через пещеры, потом через развалины, а дальше по деревне. По деревне, ну сука. Оторви это устройство, нахуй, где оно? Полей этой мочой, блядь, может разъезд заработает. Дайте мне что-нибудь, пацаны, а. Ну совсем, блядь, нет нихуя. Пожалуйста, ну засуньте гранату какую-нибудь. Зачем? Блядь, кто-то как присыпкой его, что ли, пользовался? Урох в толкане, чё? Зачем?
Может, тебя отхерачить надо? Нет. Это желтый параш тоже. Отнеси его. Что? Я доделал тот заказ. Блять, ну возьми какую-нибудь, сука, ну мотыгу, ну вот возьми, блять, плоскогубца, ну имя открути, ну я ебал тебя, Итан, мазафака. Пойдем в пещеры. Хорошо. Потом мы сюда еще вернемся, блять, опустим мост. Нас тут еще деревня сейчас ждет. В деревне, вы помните, кто там что-то бегает, а? И сколько там, блять, самое главное, бегает. Вот сейчас такой выебывался, типа. Фу, глисты начались. Этого не хватало, блять. Аж таблетки не пил давно. Охотник. А, блять, ты просто так, да? Нахуй мне это надо. Я не просто охотник, я снайпер. Натренировал сейчас на вот этой жирной ублюдине. Меткость. Бля, ну хоть и жирная была, летала вообще, конечно, конкретно. Я сейчас разрешу, блять, вашу суть. Славим мы матери Миранду. Да и я сзади, блять, хедшот нахуй такой. Луна. Я просим вас пролить свет. В жизни и в смерти славим мы матери. А, это бабулька. Эй, ты дура, блять, помните, ну мозги поправь. Я чуть не погиб в том замке. Что здесь происходит? Ебать, ты вышел до сих пор. Можно ли погибнуть только чуть? Хватит эту хуйню нести, сука. А, то есть он знает, да, все-таки ответ? Я так и не нашел Розу. Где ее прячет матерь Миранда? Опоздал. Ну или... Ты хуёво? Чуть опоздал. Дитя станет жертвою. Жизнь за жизнь. Что за средневековая херня? Она же младенец. Да еще не говори, сейчас ты, блядь, станешь жертвой, понял? Гербы четырех. Бабулькин. Откроют искомый путь. О, хорошо. Может, хватит ваших загадок. Я просто хочу найти дочь. Опять-таки, даже здесь, сука, сидят одни и те же самые фигуры. Король, 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 король. Ты мне, блядь, помогать будешь или чё, Санта-Клаус ссаный? Хоть бубенчиками занят. Чё ты видел? Эй, стойте! Ну тут такая дверь ссаная, блядь, Итан, ну разбей башкой. Хорошо сохранился, чё дашь? Крылатый ключ. Помолилась, блядь, ключ оставила. Ну, дура, конечно. Всему зума выжила. Чё там? Поищите Розу, блядь, в подвале. Ща поищем. Роза! Ну, не нашел, я пошел, до свидания. Везде эта матерь Перданда. Не ищут, добре ищут. Сейчас я им, сука, найду. Я найдусь, я сейчас нашелся. Захожу. Захожу, блядь. Вообще, на самом деле, добрый. Ты, блядь, ублюдки всякие, сука, предстают, дебилы. Сейчас начнется вот это вот бородатое говно. Горбатая тварь, открывайте, блядь. Только не опускайся, поживи, блядь. Что за что? Ой, засидел Сарумян. Ну здесь нормальный мужик, как бы, а сбоку выглядел пиздец. Корона что такая? Мы прямо из-под ног одного вышли, не? А, посередине хотя бы, ну ладно. И на том спасибо. А то, блядь, вот так вот ебать, у тебя ногти, ты не стриг их, пиздец. Ты же вроде король. Не, я, конечно, понимаю, как бы тоже такое бывает. У всех. Особенно у женщин, они же любят отращиваться. Ну, на руках, ну, какая разница, понимаете? Но вот, блядь, со стороны мужчины это выглядит все равно вот так же. То есть вот, вот на ноге покрасить, и это будет, наверное, красиво, да? Ну, ладно, конечно, стебу. Вот интересно, прикольно было бы, точнее, не прикольно было бы, если бы оно было бы так на самом деле, если бы серьезно, вот оно не прикольно было бы,
Если бы эту хуйню можно было вот там вот в подвале разъебенить, и с них что-то выпадало. Прикиньте, сколько там всего висело, блядь, сколько я всего проебал, наверное. Но у меня вариант только колбу сюда засунуть. И чё? Блять, это амбрелла, сука. Сядь жопой на эту хуйню, а может что заработает. Вот это не надо ничего теребонькой двигать. Едем пострелять по ебалу место ритуала. Ну и как я и говорил, в любой деревне вот свое место со статуями ритуальное, оно как бы должно быть. На главной площади, блять, или на выселках. Какая хуйня. Ну он же встанет, но я же, блять, вижу по его ебалу. Я его не вижу, но оно прям намекает. Не надо. Блин, динамита нет. Ну, сука, не динамита. Блин, слишком жирно на тебя, сука, патронов тратить дробашных. Я сюда. И вот эти звуки ублюдские. Спасибо хоть с одного. Откуда вот тварь побежит? Что тут, ебать, охранял? Трава. Стрела, сука, чуть в глаз не попал. Где? Че, дебил, блядь, самоубился, что ли, в реку? Ладно, у тебя есть что? Кто вас обстреливал? Почему такие свежие? Какие-то, блядь, черные обугленные. Опять кто-то без ног их подвесил, ну что за бред? А, ну спасибо, он хоть не падает. Я всеганул, я дебил. Ладно, пойдем дальше. Тоже не хочешь? А зачем моторка, блядь? А, мы еще и пощемим, наверное. Прикольно будет, да, под градом стрел? Из него детальки выпали. Чего? Подскользнулся, что ли? И тут он, давай, не подскальзывайся. Зачем эта бойница? Отстреливаться, ладно. Будем знать. Голос садится. Очень странно. Тинка, блядь, попала. Когда он садится, он становится национальность выше. Бред, пиздец. Ну, а что поделать? Везде я колбу хочу засунуть, ну. Может, для чего-то нужна? Санина вот это. Или же наоборот, знаете, потом, когда на нас кто-нибудь нападет, ты вот такой, стоп, подожди. Давай с тобой разопьем. Точнее, ты отхлебнешь, а я потом после тебя. И он только откроет, только понюхает, блядь, сразу подохнет. Мы закроем обратно, такие, и убежим. Да? Ты же тварь живая. Ты же тварь текстурная. Бля, вот в узких помещениях. Здесь по-любому что-то. На, сука. А, нихуя. Кто еще? Какой ты, слышь? Тихо. Спокойно. Да ты, ты слышь? Вот иногда вот это вот. Сейчас ничего не подсвечивает. Что это такое вообще? Я не понимаю. Это какая... Какого века Россия? И Россия ли вообще? По-любому не Россия. Это что-то среднее от нас удаленное. Но весьма близкое. Потому что, судя... Бля, ну замков у нас, конечно, таких нет. Тех, кого-то... Это я кого-то хедшотнул.
почему он открывает? Ключ какой-то хуйней. Я думал, типа, этот сюда отмычку можно засунуть. А нихера. Ну это же не крылатый. Не крылатый, сука. Блять, грязные колбы, не дай бог, в ней что-то лежит. Я F нажимаю. Выбор очевиден, как бы, но это пиздец, блядь. И что? А можно ее разъебенить? Масштаб, положение, нахуй. Это какой-то зародыш. Проросший под солнцем. Ты мне еще раз ее открываешь. Не знаю. Ладно, значит, найдем, вернемся. Сука, изъебнемся над всеми. Заставочка пошла. Какой еще дебил сейчас вылезет? И можно ли назад? Можно ли назад? А теперь автоматом нихуя. Пойдем на берег. Ну, блять, на берег здесь получается только сюда. Опустить мост. Взять вот то говно. Сесть в лодку. Съебать нахуй. Мне кажется, вот это будет финальная как бы гоночка. Возьмем дочурку. И вояж местный. По реке. По всем достопримечательностям вот этим вот висящим. Здесь по дороге это не табута, то что они здесь как-то... Мосты есть, но они не постарались. Ничего не повесили. Никак не встречают. Здесь не были. Здесь мы этого урода завалили. Но не облазили. Не облизили. Не облизали. Нет, нихуя. Ладно. Автоматические двери, блядь. Что это этому ворот показывает? Там нихера. Ну, зато дома начинается, вот, блядь. Ключ. Замок. Ну это он, Итан уже ножом научился железный ключ с отметкой. А почему они, кстати, уже автоматом, блин, это помечаются? Я же как бы сюда пришел, здесь ни разу не был. Карты я не находил. Кубки он ебать какие-то. Вот и вы. Так и знал, что вы здесь окажетесь. Не говори, что тебе потом завалить придется. Ты ж прикольней. Неужто? Ну неужто? Ценное вы нашли. Что же? Я уверен, что ценное, но... Саки? Но ваша дочка прямо у вас в руках. О чем вы? А вы приглядитесь. Да, может, там и Мия еще, блядь, спряталась с Крисом, сука. Чего? Розмари Винтерс, Хэд. Вам не кажется, что в колбе ее голова? Я хотел так перевести, но, блять, я что-то постеснялся. О детях такую хуйню даже молчите. Думать. Этого не может быть! Я вам не верю! Душа вашей дочери цела. У нее уникальный дар. Вся в маму, блять. Кто мог это сделать? Ее можно спасти. Спасти? Пришить, теперь? Что ли? А, ну у нас же есть лекарство охуенное. В западной части деревни стоит дом с красной трубой. Найдите. Куда надо агрегат какой-то найти? А потом мы вернемся к нашей беседе. Хватит тянуть. Если кто дойдете, доживете, да? Вы можете. И, сука, жирная. Проветривать ноги, блять, фу. Хотя бы ногти подстригает. Ебать, голова. Ты раньше мог потереть?
Так вот берешь всякое говно с улицы, да? И все же. Все ж ты долбоеб, Итан, да? Если это вранье, я убью вас. И не сомневайся, нахуй. Шутник, блять. Не, ну его можно понять, как бы на нервах. Сидит свинота, блять, как ты туда, сука, залез? И кто твою повозку толкает? Ты не повозка, это ебать целый дом. А это, скорее всего, знаете, это даже не дом. Там, блядь, просто горшок, он так, типа, красиво прикрыл. Аля, тут ящики, а на самом деле это, блядь, трехуровневый горшок. И когда заполняется, блядь, верхний ящик, он нахуй начинает сливать в нижний. Нижний заполняет средний, точнее, он сливает в нижний. А потом это все, блядь, там, это перерабатывающая станция, наверное. А потом, как бы, приходит правительство и говорит, а здесь, блядь, утечка газа. Это не утечка газа, это вот эта хуйнина сюда приехала. Так, это сохраночка. Алтарь. По кругу здесь мы. Пропиздарь. А чё, колб с головой? Блядь, еще три ингредиента, да? А там потом дочь моя родится? А, это машина, эта тварь пришла, забрала. Ну, сука. Какого черта? Никакого, блядь, Итан. Просто придем, разъебем. Ага, оттуда мы пришли. И во все обе стороны можем мы пойти. Таксикандулю. Ключ с зародышем. А вон там крылатый. И здесь крылатый. Да? Зародышем же у меня нет. Открылся. Открыто, ну окей. Чего? С четырьмя. Да и что-нибудь интересное. Что-то конкретное? Угу. Да, блять, ну у тебя что-нибудь новое когда-нибудь поедет, 30 тысяч, нихуя. А мне зачем? Это что? Приклад? Упор для щеки. Зачем? Мы на скрипке будем играть, что ли? Упор для снайперской винтовки мешает дрожанию при прицеливании. Ну, блин, оно меня и так как бы особо не волнует. Блять, ну стоит оно, конечно же, жестко. 20 и 13. 20 и 13. 13 и 20. F. D. О. И. О, сука, извращука. Она продавать это говно. Тут это, блядь, дорого стоит. Оно пригодится вообще потом или где? Алый бокал. Вот из этого попить можно как-нибудь, а чё? Деревянная, блядь. Деревянная, сука, стоит как кристальная. Не шо? Нравится? По мне, так честная цена. А, то есть ты еще и сам свои цены, что ли, это выставляешь? Или все-таки я здесь как бы рулю? И почему вот иногда вот перестает колесико работать? 8 тысяч за вот эту красную хуйню. А ее можно посмотреть? Выберите, что продать. Их, кстати, можно где-нибудь глянуть? По мне так отличная сделка. По тебе так, я тебя сейчас знаешь куда? Кристальное крыло. Кристаллической мощи. Крылатое существо. Чего? Крылатое существо. Ценное. У меня 21 тысяча. А что ты показываешь? Типа одно место занимает или что? Изучить. Зачем такое говно с собой таскать? Назад. Закрыть. С кишкой вон какой-то, что ли? Бля, что это? Короче, забирай все. Давай. Это обо мне думал. Извращенец. У них три. Не, слишком жирно будет. Выберите, что продать. Надо будет посмотреть, может, помады, может, реально за этот. Намазаться можно. Да. Где вы раздобыли эту вещицу? Тени похуй. Нет, это не надо. Мне нужен прицельчик. Ага.
И что, подбородник нахуй. И куда он? А, чего, блядь? Ты упираешь приклад в плечо? А, ну да, он здесь недалеко. Ну окей, тогда правдоподобно. Вот это говно зачем? Для Леми. Я его в жизни, блин, использовать, мне кажется, больше не буду. То, что вот у меня есть. О, продано. Я красавчик. А что написано, кстати? Мощный модифицированный пистолет, использующий антибиотическую технологию Альвескера. Полученный из полевой набор. Чего? Зачем, блядь? Нахуя? Да вот это накуплю. Почему по 5? Ну ты тварь, что ли, я ебал? Да, блядь, дай мне еще этих патронов, сука. Кыш ты, мразь. Вот на что вы глаз положили. Заходите еще. Не на вот это меня сейчас плеванет. Сохранимся. И на этом мы с вами закончим. Я запишу еще одну серийку подряд. Она будет, собственно, третьей. И они сейчас вот прям, да, вот такие прям задорные, классные, веселые пошли. Смотрите, берем ножик. Хуяк, замка нет. Секунду. Мы вернулись в деревню. Я еще говорил, типа, вот я вот ползал на одной из вот этих крыш, на которую мы забирались, там еще дебил меня встречал один. Вот тут мы бегали, по-моему, да-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 да. Вот сюда приходили, я еще такую думаю, бля, нихуя, как сюда попасть? Здесь было написано закрыть, что с другой стороны. У этой хероты на щите что-то блестело, мы отстрелили, это как раз был кристалл. И вот тут вот мы бегали, вот там вот повозка была раздолбанная, там река течет, и через нее брод, блядь, мост. И вот на одно из этих зданий мы поднимались, и я еще такой смотрел, типа, нихуя, если там Assassin's Creed начнется, блядь, ползать придется, потому что желтый горит. Не надо жопой двери открывать. Собственно, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до следующих встреч.